Правительство Каталонии настаивает на проведении референдума по самоопределению, в то время как Мадрид считает такой шаг антиконституционным. В столице Испании в среду встретились премьер-министр страны Мариано Рахой и глава правительства Каталонии Артур Мас. Диалог глухих, так характеризует испанская пресса их отношения. Каталонский референдум должен состояться осенью 9 ноября, но вопрос о независимости лишь один из тех, по которым расходятся позиции каталонцев и центрального правительства. На днях коррупционный скандал разгорелся вокруг 84-летнего Жорди Пужоля, который стоял в главе Каталонии в течение 23 лет. Скандал бросил тень и на нынешнего председателя каталонского правительства Артура Маса, который считает Пужоля своим политическим отцом. В то же время каталонцы требуют финансовой независимости от Мадрида, считая налоговое бремя, наложенное испанскими властями на регион, несправедливо завышенным. За последние 5 лет число каталонцев, поддерживающих идею полного отделения от Испании, выросло в 2,5 раза.